What in the world makes us so embarrassed about the gospel? For I determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. I want to read you the beginning of the Bible. Open your Bible to Genesis 1. Я хочу прочитать вам начало Библии. Откройте вашу Библию, Бытие, первая глава. Я читаю перевод New American Standard, тот, который Моисей пользовался. Я что, слышу скептицизм? В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: «Да будет свет!» И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог: «Да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды». И создал Бог твердь и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог: «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша». И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле». И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог: «Да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю». И стало так. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью. И поставил Бог их на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. И сказал Бог: «Да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землей по тверди небесной». И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которая произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее, и увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле». И был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог: «Да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, из земли, и зверей земных по роду их». И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И потом Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле».
И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. И владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, которое есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, все сие вам будет в пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому присмыкающемуся на земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу, и стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. 2 года тому назад я открыл нашу конференцию, проповедуя на тему, почему каждый уважающий себя кальвинист должен быть премиллионистом. В прошлом году я открывал конференцию «Почему каждый уважающий себя кальвинист должен отвергнуть стратегию церковного роста». Сегодня я хочу продолжить об этом, говоря о том, почему каждый уважающий себя кальвинист, евангельский верующий христианин должен верить в шестидневное творение. Если есть вопросы какие-то, вы плохо слушали то, что я только что прочитал. Я хочу помочь вам с этим кажущимся трудным вопросом. Всякие разные проблемы, которые есть сейчас, теистическая эволюция, креационизм, шестидневное творение. Мы будем говорить о теологии, о богословии творения. Теологию признавали царицей наук. Это значит, что истина, которая правит, исходит из Библии, которая подчиняет себе все, включая науку. Таким образом, теология должна быть признана как царица всех наук, потому что она идет впереди всех других идей. Это абсолютно истина и точно. Библия не теория. Библия — это факт. Это реальность. Это истина. Это то, что в действительности существует. Это то, что в действительности произошло, включая в себя творение. Библия не занимает второе место, когда речь идет о научных аспектах. Если мы начнем с самой неосвещенной, непросвещенной позиции и предложим такую цепь рассуждений: тот, кто сотворил Вселенную и кто образовал ее принципы, он владеет ей, и он понимает, как она работает. Он понимает, как это действует в совершенстве, точно. И в связи с тем, что он сотворил это, он не ждет, чтобы научное развитие позволило ему лучше понять это. Он не ждет для кого-то, кто бы развил систему для него, которая бы помогла ему понимать ее действия. Так как Творец сотворил и поддерживает существование Вселенной, Он знает Землю, каким образом она висит ни на чем, как она вращается вокруг своей оси, как она вращается по орбите, как она вращается вместе со, движется вместе с Солнечной системой. Он знает галактики,
Он знает, какие огромные расстояния там. Он знает черные дыры лучше, чем сегодняшние ученые Стивен Хокинг. Он знает все звезды. Он знает циклы воды и воздуха. Он знает химию, биологию. Если он написал книгу, эта книга отражает его совершенное знание. Тот, кто достаточно умен и силен создать, придумать и поддерживать эту сложную Вселенную и все, что во Вселенной, он в действительности достаточно умен, чтобы сделать сравнительно простую вещь, чтобы написать книгу, которая описывает это. И в связи с тем, что он хочет открыть нам что-то, чтобы мы могли знать, и мы должны предполагать это, что если он говорит нам то, что логично, последовательно и понимаемо. Если Творец написал книгу и открыл реальность в отношении своего творения, тогда мы будем знать, что такое творение. Если бы Творец не написал книгу, то никто бы не знал творение, потому что не было кому объяснить. Кстати, если Творец написал книгу о творении, он не сказал бы, что Луна имеет свой собственный свет. Он никогда не сказал бы, что Земля плоская и состоит из... и она треугольной формы, и они... она стоит на слонах. Это то, что индийские святые книги говорят. И мы точно знаем, что она не написана Богом. Это странная ложь. Упанишад, индийская книга, говорит, что Солнце – источник всей энергии во Вселенной. Творец никогда бы не сказал бы, что есть только 13 тел, через которых смерть приходит. Но это таистская книга говорит. Или землетрясения, они происходят из-за того, что ветер движет воду, и вода движет землю. Это буддийские книги говорят. Или, если Творец написал книгу, он не сказал там, что Адам совершил грехопадение для того, чтобы человек появился, и чтобы они могли потом иметь радость. Это то, что говорит мормонская книга, которая также говорит о том, что Иисус был рожден в Иерусалиме. Или, если Творец Вселенной написал книгу, он не сказал бы там, что человек сделан из мозгов, крови, костей, и он не способен грешить, болеть и умирать. Это то, что сказано в книгах христианской науки. Она не христианская и не научная. Я не знаю, что это такое, но это не то, за что они выдают себя. Он сравнивается с известным сериалом американским. Настоящий Творец понимает то, что Он сотворил. Он понимает это совершенствие. Таким образом, когда мы подходим к откровению, которое дано нам Творцом, у нас будет точная запись Его творения. Вы не можете понимать Бытие, первую главу, неправильно. Библия, она достоверна в отношении творения точно так же, как и достоверна в отношении всего остального. И Библия говорит очень ясно, Бог сотворил небо и землю. Это очень просто и ясно. Очень трудно понимать это по-другому. Правда, моя внучка маленькая несколько месяцев тому назад сидела в школе, и учитель сказал ей, «Бог сделал все. Бог сотворил все». И она сказала, «Нет, это не так. Очень много сделано в Китае». Но кроме такого детского ответа, конечно, она права в каком-то смысле.
Бог сделал эти вещи, из которых китайцы делают что-то. Но вместе с тем, это очень глубокая истина. В 1903 году Герберт Спенсер умер, тот человек, который отвергал Библию, но его считали гением, потому что он представил пять категорий. Он говорил о времени, о действиях, времени, сила, действие, пространство и вещество. Но в действительности это все написано в Библии. В начале это время, и все пять категорий перечислены в Библии. Это глубочайшее утверждение в то же самое время, когда оно очень просто. Библия говорит, что Бог сотворил все из ничего в шесть дней. Как много путей есть, чтобы объяснить это. День первый, день второй, день третий, день четвертый. Каждый день имеет утро и вечер. Я хочу помочь вам иметь глубокую силу убежденности. Давайте запомним три слова. Первое – верность. Первое слово – верность. Вы или верите в то, что Писание говорит, или не верите. Вы или принимаете это, или отвергаете это, но вы не можете изменять это. Вы скажете, но как же насчет науки? Не должны ли мы применять науку для того, чтобы понимать бытие, чтобы быть интеллектуально честными? Я понимаю, я, может быть, сейчас собью несколько здесь ваших любимых фактов, любимых идей. Вы никогда не можете приносить научную информацию для того, чтобы в свете ее понимать бытие. Если вы освободитесь от этого, вы подойдете к тому, что истина бытия очень ясна. Вы знаете, что нет такой науки, как наука о творении. Вы скажете, ну как же, есть много организаций, которые занимаются этой наукой. Нет, такой науки нет. Потому что не существует научного объяснения творению. Да, есть настоящая наука. И так называемая наука по творению, она может доказать, что эволюция не случилась и не случается, но она ничего не говорит нам о творении, ничего. Они могут посмотреть, они могут наблюдать, и вся наука, она основана на наблюдениях, на доказательствах и повторениях. Наблюдение, подтверждение и повторение. Творение не имело никого, кто наблюдал за ним. Оно не может быть подтверждено какими-то научными средствами, и оно не может быть повторено. Таким образом, все то, что говорят ученые, занимающиеся вопросами творения, они могут доказать, что эволюция не имела места. Но они ничего не могут вам сказать о творении. Ничего. Творение не было наблюдаемо, его нельзя повторить. Но я обещаю вам следующее. Оно не случилось ни по какому утвержденному закону, ни на каком научном законе не было основано. Оно не было основано на каких-то других средствах. Это массивное чудо. Таким образом, освободитесь от попыток принести туда какую-то науку творения. Вот почему в Бытие и в других местах Библии нам постоянно повторяется, что Бог сотворил. Нет никаких упоминаний эволюционных процессов в Библии, и нет никаких намеков в Библии на это. Есть только одно историческое объяснение того, каким образом сотворен мир, и более детальное объяснение, как был сотворен человек во второй главе Бытия, и это все. Вы скажете, но растения же изменяются, мутируют, развиваются. Конечно, да. Да, и животные так делают. Но это абсолютно не имеет никакого отношения к творению. Мы можем доказать, что эволюция никогда не случилась, но это ничего нам не говорит о том, что произошло в шесть дней. Как сотворенный материал, он функционирует,
как он действует, как эта реальность прогрессирует с того момента, когда она была сотворена. Но у нас нет никакой информации научной о том, как она появилась. Например, давайте представим, что вы встретили Лазаря в день, когда он... на следующий день после его воскресения. Вы можете взять интервью. «Мистер Лазарь, что ты делал, когда ты не был здесь? Где ты был? Могу я пощупать тебя? Потрогать твою руку? Могу ли я за лицо твое подержаться? Как ты чувствуешь себя? Ты думаешь так же, как и ты думал раньше? Есть ли у тебя память с прошлого, до того, как ты умер? Вы можете до посинения его интервьюировать. Вы можете анализировать процессы его жизни. Вы можете смотреть, как он есть, как он функционирует, как он думает, как он говорит, как он действует. И, мои друзья, это все не скажет вам ничего о том, как он ожил. Потому что это сверхъестественное чудо. Или... Вы можете выхватить ланч у тех, обед у тех людей, которых Иисус Христос накормил, когда Он 5000. Вы можете проанализировать эту рыбу и хлеб, потому что вы никогда не видели рыбу и хлеб, появляющиеся ниоткуда. Но когда вы закончите этот анализ, вы поговорите с этими людьми и спросите, как это на вкус? И как вы реагируете на эту так же, как и на другую еду, как эта пища перерабатывается у вас, переваривается. Но это ничего вам не скажет о том, как она появилась. Творение не может быть понимаемо никак по-другому, как только объяснить то, что это гигантское чудо, которое сотворено Творцом и открыто нам на страницах Священного Писания. И это все. Если вы не верите этому, скажите, что вы не верите этому. Но не пытайтесь это каким-то образом связывать с научными идеями. Творение не имеет никакой связи с наукой, как мы ее наблюдаем. Точно так же, как мы не можем объяснить, каким образом Лазарь вокруг воскрес или как эта пища появилась. Творение — это не научное явление, и наука там и не имеет никакого отношения. Но это массивное, гигантское чудо, которая будет сопоставляема только будущим разложением творения, когда все разложится на составные части и расплавится. Ни один, ни второй факт не является продуктом каких-то наблюдаемых научных законов. Все, что остается нам, читателям, это возможность верить или не верить. Это верность. Вы или верите тому, что написано, или же не верите. Вы скажете, а может ли Бог использовать эволюцию? Этот вопрос абсолютно не подходит. Если вы хотите услышать ответ, нет, он не мог использовать эволюцию, потому что эволюция требует смерти. И нет смерти. Но лучший ответ – Бог сделал то, что сделал. И всякие спекуляции здесь глупы. Он сотворил в 6 дней мир. Это или истина, или нет. Если это не истина, ваши проблемы только начинаются. Теперь у вас есть 66 книг с потенциальными ошибками. Иова 38 глава, Бог отвечает Иову из бури. Кто этот? Кто этот, омрачающий совет своим знанием? Кто это, омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж, и я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Где ты был, когда я полагал основание земли?
Скажи, если знаешь. Где ты был, когда я измерял меру земли и протягивал верфь по ней? На чем были утверждены основания земли, кто положил краеугольный камень ее? Скажи, кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева? Когда я облака сделал одеждою мглу пеленами его и утвердил ему мое определение и оставил запоры и ворота? О, кстати, Иов, когда ли то в своей жизни ты давал приказание утру и указывал ли заре место ее, чтобы она охватила края земли и стряхнула себя нечестивых? Нисходил ли ты в глубину моря, входил ли в исследование бездны? Отверялись ли для тебя ворота смерти? Кстати, Иов, а где источник света? Где путь к жилищу света? Вы знаете, это очень жестоко. Бог хлещет его снова и снова и снова. Где путь к свету, который разделяет, каким образом дождь приходит на землю? Это другое выражение того, как закройся, сказать «закройся, Иов». Он перечисляет здесь снова и снова, больше и больше, без остановок. В 40 главе, 2 стих, «Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня?» 41 глава о динозаврах. В 42 главе, в конце концов, Иов говорит, «Я знаю, ты все можешь. Ты все можешь». Решен вопрос. И он говорит, «Кто это, помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Закрой свой рот и прими то, что Бог говорит. Ты не был там, Он был там». Поймите, что люди отвергают историю творения, потому что они не хотят принять Бога как законодателя и судью. Эволюция была изобретена для того, чтобы отвергнуть Бога бытия и отвергнуть его моральный закон. Эволюция — это последнее средство этих упадших грешников, которые хотят удалить себя от всякой ответственности, о которой говорит Библия, в соответствии с которой они или искуплены, или осуждены. Когда грешники принимают эволюцию, они это делают для того, чтобы избежать суда, избежать ответственности. Эволюция, она абсолютно враждебна для христианства. Это отвержение библейского откровения. Так называемая теистическая эволюция, она отвергает верность Писания, и она ставит эволюционную теорию выше Писания. 1 слово, которое привлекает внимание, это доверие или верность Писанию. Есть одно служение здесь в Америке, многие его узнают. Очень большое, большое служение в Америке. Они говорят о том, что они на Библии основаны, и они провозглашают Евангелие Иисуса Христа. И когда их спросили о их позиции по отношению к бытие, вот они отвечают, что у нас нет позиции, мы избегаем второстепенные вопросы. Наше устремление к тому, чтобы привести людей к исторически важным доктринам ортодоксального христианства, творение, оно попадает в сферу неважных вопросов, как вечная безопасность и взятие церкви. Удивительно. Я предложу
что вы бы спросили любого так называемого христианского служителя или христианские колледжи или семинарии или любую церковь один простой вопрос для того, чтобы определить, где эта организация по отношению к верности Писанию. Спросите, как вы понимаете первую главу Бытие? Ответ откроет их отношение к Писанию. Их, если они отвергают Бытие первую главу, спросите их, с какой главы вы начинаете верить в Библии? Третья, шестая, девятая или, может быть, где-то в Исходе? И, кстати, есть ли еще другие Библии, которым, главы, которым вы не верите? Может быть, Исаия 53 глава вы не верите? Верность. Верность — это вопрос. Те, кто занимается экспозицией Писания, те, кто верит в непогрешимость Писания, мы не можем начать проповедовать с 4 главы. Поэтому первое слово — это верность, второе слово — простота. Книга Бытие очень проста, очень ясна, очень безошибочно ясна. Есть другие описания творения. Вначале было слово, и все было сделано словом. Все это первая глава Иоанна. Ничто не произошло, что не произошло от него. Колоссянам 1:16. Все было сделано им. Для него все библейские описания творения, они очень простые и ясны. Второзаконие написано, что Бог в шесть дней сотворил сотворил землю и небо. Я хочу 103-й псалом вместе с вами прочитать. «Благослови, душа моя, Господа». Это 103-й псалом, описывает творение. He lays the beams of his upper chambers in the waters. He makes the clouds his chariot. He walks on the wings of the wind. He makes the winds his messengers. Ты творишь ангелами духов. Ты поставил землю на твердых основаниях. Не поколеблется она, бездную, как одеянием покрыл ее. На горах стоят воды от прещения твоего. Бегут они от голоса грома твоего. Его уходят и так далее. 20 стих. Как многочисленны дела твои, Господи, 24 стих. Все соделал ты премудро. Земля полна произведений твоих. 31 стих. Да будет Господу слава вовеки. Слава вовеки. 147-й псалом, 148-й псалом. Провозглашайте славу Господу. Вода над небесами, которые дохвалят имя Господа, Он повелел и сотворились. Если вы отвергаете описание творения, вы уменьшаете прославление Бога. Это очень серьезный вопрос. Исайя 40:28. Не слышишь, разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший небо и землю, не утомляется и не изнемогает? Мне очень нравится 42 глава Исайя. Не могу не прочитать этот стих. 5 стих. «Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, и распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим на ней. Я, Господь, призвал тебя за правду, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узника вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Я, Господь, мое имя, и не дам славы моей иному». Вы видите, что Божья творческая сила, она связанная с Его силой в искуплении,
Марка 10:6 написано: «С самого начала Бог произвел их мужчину и женщину». Ефесянам 3:9 «Бог сотворил все». Откровение во многих местах говорит об этом. 4 глава, 11 стих. Божье поклонение Богу очень тесно связано с фактом, что Он является Творцом. И кому мы поклоняемся в книге Откровения? Бог, 14 глава говорит, создавший небо и землю и все, что на нем. Очень просто. Очень ясная причина для поклонения. Бог является Творцом, и Бог является новым Творцом. Он творит новое творение в тех, кто доверяется Ему. Эдвард Янг, человек, который занимался еврейским языком очень сильно, он ответил на это, на эту попытку убрать эту простоту объяснения. Он говорил, что убежать от этого простого объяснения сути творения попыткой каким-то образом поэтизировать, для того, чтобы решиться избежать проблем с наукой. Бытие не поэзия. Там есть, да, где-то поэтическое объяснение творения, как в Псалме, но еврейская поэзия не найдена в первой главе Бытие. Сказать, что Бытие один – это поэзия, это не точно и неграмотно. Лучше сказать, что я просто не верю Бытие первую главу, чем объяснять это поэзией. У вас нет этого выбора. 165 текстов в Бытие цитированы в Новом Завете. Очень простые, очень ясные. Даже в Новом Завете авторы, они ссылались на ранние главы Бытия, и вы знаете об этом. Таким образом, у нас есть верность. Второе, у нас есть простота. Я думаю, как церковь Господа Иисуса Христа, нам нужно иметь ясное, повесную позицию верности Писанию, начиная с самого его начала. Если мы отдадим первую главу, мы отдадим слишком много, абсолютно бесполезно. Церковь живого Бога, первая глава, 1 Тимофея, 3 глава, она является столпом и утверждением истины. И она должна провозглашать ясное откровение Божие, такое простое, как откровение о творении, и связывать эти научные законы к этому описанию – просто потеря времени. Это просто большое чудо. Но есть третье слово, о котором я хотел бы немножечко с вами поговорить. Описание творения – это не второстепенное явление. Я хочу вам дать приоритетность. Это очень важно, чтобы видеть сам факт творения Божия в Божьей вечной цели. Почему Земля существует? Почему Бог сотворил Вселенную? Почему Он сотворил человека? Почему Он сделал все то, что Он сделал? В чем цель? В чем эта божественная приоритетность? Бог имел очень ясное понимание цели. Он не делает что-то без цели. Бог изобретает все остальное от конца. У него есть цель, и дальше он решает, что будет достигать эту цель. Таким образом, человек на земле должен иметь окончательную цель, смысл. Бог что-то делает, что-то достигает через огромное количество разных обстоятельств, условий, перемен, революций, от человека к человеку. И от города к городу, от страны к стране, от континента к континенту. Это не просто хаотичное
перемещение. Есть очень ясная цель, объективная, которой все движется. От творения через провидение к завершению. Джонатан Эдвардс сказал так. Божье провидение, оно управляет всеми процессами перемен в делах человека. Провидение Божие, оно подчиняет абсолютно все великому великой цели или плану Божьему. У Бога нет плана Б. Божье провидение функционирует так, что ни одна молекула не может противиться этому. История, она закончится, но только тогда, когда Божья цель будет достигнута. Когда Бог достигает самую великую цель, которая у него есть. Вселенная не вечна. Она будет иметь свой конец, так же, как имела свое начало. Это будет очень громогласно и массово провозглашать божественную силу. Это будет взрыв, о котором сказано во втором послании к Петра, в котором стихии, разгоревшиеся, расплавятся. Это совершится тогда, когда Божий план будет завершен, и у него больше не будет задачи для этой вселенной. Ну а пока Божье провидение, оно подчиняет, контролирует все процессы, происходящие здесь, чтобы достигали они этой цели. Посмотрите, Исаия, 47 глава, стихи с 9 по 11. Очень ясная место Писания. Исаия 46:9. «Вспомните бывшее прежде от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне». Это значит, что есть только один Бог, и все, что существует, оно существует в соответствии с целями этого одного Бога. Нет конкурирующих богов, только один Бог. Это я, 10 стих, возвещаю от начала то, что будет в конце. Другими словами, когда я начал это, я уже знал, как это закончится. От древних времен то, что еще не сделалось, я предначертал, чтобы моя цель, мой совет состоялся. И все, что я хочу, все, что мне угодно, я сделаю. 11 стих. «Я сказал и приведу это в исполнение. Предначертал и сделаю. Я предначертал и я сделаю». Это вот все мировоззрение, которое нам нужно иметь. Вот почему это говорит нам притча 16 глава и Колоссянам 1 глава 16 стих. «Все сотворено им и для него». И какая цель всего искупления, не так ли? Чтобы невеста для его сына была. Собрать невесту для его сына. Собрать искупленных. И когда последний человек, который будет записан в книге Агнца, будет искуплен, это все закончено. Вся большая Божья работа, творение, она вся была придумана и сделана для достижения цели искупления. Каждое событие, каждое действие, оно выполняет задачу искупления грешника. Все материальные реальности, все материальное творение, все подчинено духовным целям. Работа искупления, работа спасения – это является главными Божьими целями. И видимая Вселенная является инструментом для того, чтобы достичь этой невидимой цели. Ефесянам, 3 глава, 8 стих, Павел говорит, «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделась известная через Церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе наш».
Эта предвечная цель, предназначение заключается в том, чтобы искупить невесту для его сына, пока привести ее на небеса и провозгласить это выражение славы для святых ангелов. И это цель. И это провозглашается и является в разных разными способами, разными путями. Слушайте эти связи. 1 Коринфянам 15, 22. «Как все люди умирают в Адаме, так во Христе все оживут». Как это было с Адамом, так это происходит со Христом. Как в Адаме все умирали, это действие одного человека. И это требует, чтобы был только один человек, а не длительная цепь полулюдей и полуобезьян. Был один Адам только, и поэтому был только один Христос. Римлянам 5, 18. «Как одним человеком грех вошел в мир, так одним действием праведности люди будут оправданы». Если вы пытаетесь изменить бытие, вы обязательно изменяете доктрину искупления и оправдания. Это не просто второстепенные вещи, о которых Писание говорит. 1 Коринфянам 15, 1 Адам получил жизнь, 2 Адам дает жизнь. Очень много перечислений, сравнивающих 1 Адама и 2 Адама. Откровение 2 глава, 1 Адам потерял рай, 2 Адам дает рай. 1 Коринфянам 15, 48, 49. Первое творение, оно... 1 Коринфянам 15:38. «После нового творения будет новое тело». Очень много аналогий спасения, которые связывают нас с бытие. Но я хочу вместе с вами посмотреть 2 Коринфянам 4 глава, стих 6. Очень важная аналогия. Кстати, Джонатан Эдвардс очень много пишет о этой аналогии. Второй Коринфянам 4 глава, 6 стих. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету». О чем он говорит? О чем он говорит? Это Бытие 1 глава. «Потому что Бог, кто повелел из тьмы воссиять свету». Мы только что читали это. «Да будет свет». Он является тем, кто озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Аналогия следующая. Точно так же, как Бог мгновенно произвел свет, таким же образом Он мгновенно производит духовный свет. Не какой-то длительный процесс. В сотворении все началось в темноте, но Бог свет произвел, это было мгновенно. Точно так же в спасении грешник находится в глубокой тьме, бесформенной. До того момента, пока свет не принесет славу Божию в лице Иисуса Христа и совершает чудо внутри, духовный свет, проникающий в сердце, является аналогией физического света, который имел место в бытие. Спасение избранных посредством проникновения света в их сердца является параллелью сотворения Вселенной, когда Бог сказал, да будет свет, и тьма разбежалась от света. После того, когда этот свет был суверенно сотворен, но в следующие дни мы читаем, тьма
и свет, до день и ночь, утро и вечер. Джонатан Эдвардс предлагает, что это картина верующего, который получил свет, но он продолжает переживать реальность тьмы, и он находится между светом и тьмой. По мере того, как сотворение прогрессирует, больше красоты, больше совершенства. Начинается с того, что Бог говорит, это хорошо, и заканчивается тем, что Бог говорит, это очень хорошо, весьма хорошо. Сотворение человека на шесть дней, на шестой день, это аналогия сотворения человека, который получил грешника, который получил свет в свою душу. И на протяжении дней своей жизни он имеет борьбу между светом и тьмой, но в духовном прогрессе он продвигается к большей красоте, к большему удовлетворению. И однажды, если вы будете продвигать эту аналогию, он входит в небесный отдых, где везде только свет, и где это вечная суббота. Вы знаете, драма всего спасения, она сокрыта в сотворении посредством аналогии. Адам был сделан в одном месте и помещен в рай. Таким образом, человек сотворен здесь, на земле, рожден свыше здесь, но будет переведен в рай Божий. Это великая истина, чтобы ее понимать, чтобы в нее верить, чтобы ее провозглашать. Я мог бы больше говорить об этом, но я еще кое-что хочу сказать. Мы не только привели в беспорядок начало, но мы начинаем иметь проблемы в конце времен. Откройте 2 Петра, 3 глава. Я думаю, что здесь кое-что прояснится для нас. 10 стих. 2 Петра, 3 глава. Придет же день Господень, как вор ночью, тогда небеса шумом придут, стихии же разгоревшиеся разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Ясно? Это творение наоборот. Именно так закончится. Друзья, если вы не запомнили это, не поняли, посмотрите 12 стих. «Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которых воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают». Вы скажете, что после этого? После этого новое небо и новая земля. Это вечное состояние праведности. Не устали ли вы о том, как евангельские верующие балансируют? Новые евангельские верующие пытаются сохранить планету. Они вкладывают свои деньги, время, чтобы люди ее не разрушили, планету. Сегодня есть евангельские зеленые, которые заботятся о природе. У нас есть журнал «Забота о творении». Там разные пасторы, президенты семинарий, они пытаются исцелить землю, исцелить творение. Но вы знаете, от этого мы переходим к более могущественным. Мы, конечно, посмотреть на их дворы, как они там живут. Но когда мы посмотрим на огромную картину тому, что происходит на Земле, люди говорят о том, что нам нужно остановить глобальное потепление, а то мы все утонем. Видели вы когда-нибудь, я хочу спросить у вас, видели ли вы когда-нибудь радугу? Каждый раз, когда вы видите радугу, это говорит о том, что Библия подтверждает, что Бог не уничтожит землю. Расслабьтесь, пожалуйста. Не будет потопа.
Конечно, может быть, кто-то хочет, предпочитает утонуть, чем быть сожженным. Евангельские верующие, они так много занимаются всякими вопросами вот этих глобального потепления и так далее. Один из евангельских лидеров сказал, «Земля является Божье тело, и Бог хочет, чтобы мы наблюдали за ней». Это какая-то странная теология. Вы видели, сейчас вышла «Зеленая Библия». Все в Писании, что касается творения, написано зеленой краской там, напечатано. Немецкие церкви, они покаялись за зеленые грехи, для того, чтобы подтолкнуть христиан, чтобы они не загрязняли окружающую среду. Слушайте, что сказано в евангельской декларации заботы о творении. Слушайте. Мы согрешили в нашем распоряжении творения, и поэтому мы загрязнили работу Творца. Слушайте еще. Мы посвящаем себя тому, чтобы исцеление Христа распространить на творение. Я хочу сказать вам новость. Христос проклял творение. Он начал все бурьяны. Он начал все эти проблемы на земле. Еще одно. Мы исповедуемся в грехах того, что мы воду загрязняем, глобальная токсификация, умножение населения. Человеческая бедность является результатом загрязнения Вселенной. В действительности это не так. Человеческая бедность является следствием тому, что люди не подчинили творение правильно. Еще одно. Что они пропустили третью главу Бытие? Бог проклял землю за грех человека. Они говорят, Бог сотворил землю хорошей, и мы ее испортили. Нет, Он сотворил все это хорошо, но человек согрешил, и человек в результате греха, и Бог в результате человеческого греха проклял землю. 52% евангельских, они поддерживают строгие законы environmentalists. Вы знаете, нужно признать, что то, что происходит на земле, будет ухудшаться. Причина этого в том, что мы живем под проклятием. И то, что пытаются люди делать, они пытаются восстановить красоту, которая находится под проклятием. Мы используем все то, что есть на земле, для того, чтобы человек мог жить на земле. Если бы мы этого не делали, на земле не было бы условий для жизни. Бог сказал, владычествуйте, управляйте землей. Бог показал, что в земле очень много богатств. Это то, что люди могут добывать. Все ресурсы для того, чтобы люди пользовались ими. Люди, которые не развиты, они живут в бедности. Они живут... Нам нужно больше энергии, нам нужно больше технологий. Если мы хотим помочь бедным, нам нужно перестать плакать о том, чтобы нам нужно все перевести на зеленый, на идеи зеленых. Глобальное потепление убьет
идеи, которые сейчас выдвигают по поводу борьбы с глобальным потеплением, убьют 150 миллионов людей. Почему? Потому что они не позволят того, чтобы доставить средства, которыми живут эти люди сейчас. Удивительно. Как христианские лидеры могут спрыгнуть на эту телегу эволюционистов, которые думают, что Земля миллиарды лет уже стара? Посмотрите, что произошло, когда Бог проклял Землю. Но это несравнимо с тем, что произойдет в следующий раз. Немножко сбалансировать. Калтек. Это элита интеллектуализма в Калифорнии, Caltech. У них были лекции, и один лектор говорил очень многие вещи. Он говорил, что идея глобального потепления, она примерно же такая, как идея инопланетян. Потому что на них нет никаких доказательств. Все это результат постмодернизма, и все это научный гарбич, научный мусор. Это ученые в Caltech говорят. Это политизированная псевдонаука. Он ее называет консенсус-наука. Они говорят, большая группа ученых согласны. Когда они говорят так, знайте, что это ложь. Он говорит, большая группа ученых или консенсус-сайенс — это не наука. Это путь, как они отказываются от настоящих дискуссий, настоящей науки. Они просто говорят о том, чтобы продолжать грабить людей. Наука требует исследователя. Если это просто консенсус, это не наука. Консенсус это только имеет место только с политической или социальной сфере, там, где это не касается науки. Никто не говорит о том, что консенсус в связи люди пришли к консенсусу по отношению к существованию закона притяжения или гравитации. Это факты. Здесь не нужен консенсус. На фактах не нужно, о фактах не нужно голосовать. Это люди, которые манипулируют просто для своих собственных целей. Он продолжает и говорит, скептицизм является корень всякой науки. Наука должна быть скептичной до того момента, пока не дошли до фактов. Человек один, который написал книгу о том, чтобы подвергнуть скептицизму современные идеи зеленых, и его обсмеяли в научных кругах. Некоторые ученые говорят о том, что за прошедшие 30 лет Земля, атмосфера на Земле стала немножечко теплее, на 1 градус. Ну, говорят о том, что мы живем в постоянных циклах, Земля чуть горячее, чуть охлаждается. И это подтверждено в истории. Существуют доказательства из истории, когда Земля холодела и потом нагревалась опять больше. Самая большая информация, которая есть, это то, что температура поднималась и опускалась. 1940 года до 70-го она была чуть холоднее, теперь она чуть теплее. Ну, послушайте, вот где ключ. Настоящая наука понимает близкую связь между пятнами на Солнце и температурой. То есть вариации на Солнце производят изменения климата.
Суть этого в солнце, а не в земле. Не существует никаких доказательств, что углекислый газ, он является причиной подогрева земли. Наоборот даже, поднятие температуры производит большее количество углекислого газа. Когда океаны нагреваются больше, они больше производят углекислого газа. То есть все оказывается наоборот. Не от углекислого газа поднимается температура, а наоборот, от температуры. То, что люди производят, абсолютно не имеет никакого отношения к этому. Индустрия и промышленность не имеют отношения к этому. Почти все количество углекислого газа, оно производится в природе. Очень маленькое количество только людьми. Что они пытаются сделать здесь? О чем речь идет? Все это политика, все это деньги. Это борьба классов, это зависть. Нет научных доказательств, которые говорят о том, что ледники тают. Кстати, сейчас в 3 раза больше полярных медведей, чем это было 40 лет тому назад. Кстати, если вы будете голосовать, голосуйте за потепление. Меньше будет смертей, связанных с холодом, больше будет урожай. Это хорошо. Потепление помогает бедным. Нельзя ограничивать производство энергии. Бедные очень сильно нуждаются в энергии. Эта планета должна быть использована. Нам нужно использовать силу, заложенную в планете, для того, чтобы люди могли жить. 2 миллиона на Земле без электричества сегодня. Вы думаете, это поможет им, если мы не будем развивать энергию, и они очень сильно страдают? Мы это видим. Мы видим это здесь, вот в ураганах, когда разрушаются эти маленькие домики. Если мы уменьшим производство энергии, это смертельно опасно для бедных людей. Итак, вы можете добывать нефть прямо сейчас. И вы можете достать там все остальное, что вы хотите. Маленькая такая заметка. 100 миллиардов долларов потрачено было на то, чтобы доказать научность глобального потепления. Все эти люди, которые пытаются доказать то, что неверно, они пытаются продать эту теорию и тратят 100 миллиардов долларов. И в этом страдают неразвитые страны. Они говорят, мы их оставим, людей в натуральных условиях. И это смертельно опасно для них. Какие богатства в этой стране? Вы можете представить себе? Натуральный газ, природный газ, атомная энергия. Нам нельзя пасть жертвой всех этих идеологий, феминизма, политицизма. Земля не какая-то хрупкая экологическая система, которая держалась каким-то шансом. Это система, которая создана Богом, и она держится Богом, она очень сильная и прочная. Она никогда не должна была быть оставлена нетронутой. Я вам покажу, ее нужно использовать. Я вам покажу стих. Бытие, 8 глава. 8 глава Бытия, конец. Then I'll give you another illustration, then I'll stop.
22 стих. Бог сотворил это в 6 дней, и Он разрушит это когда-то во мгновение. 22 стих 8 главы Бытия. Это Бог говорит. «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь, что? Не прекратятся». Расслабьтесь. Расслабьтесь. DDT. Remember that? Yeah, saved millions of lives in Africa. Спасли миллионы жизней в Африке от малярии. Кстати, в 60-х годах малярия, которая от комаров распространялась, ее в 60-м году практически ликвидировали. И потом один ученый, который написал книгу о том, что это лекарство DDT, оно производит рак. И в связи с этим, после этого десятки миллионов этих людей умерли от малярии. И сейчас ученые решили, что это средство действительно не производит рак, но десятки миллионов жизней потерянных уже. Точно такие же проблемы с теорией глобального потепления. Но истина говорит о том, что мы можем использовать эту планету, и мы должны правильно подходить, безусловно, ответственно подходить. Но мы должны использовать все то, что здесь есть, что Бог дал нам, чтобы Бог когда-то, используя те цели, привел Землю к своему концу. Он сделал это, и Он поддерживает ее. Но придет время, даже до того разрушения. Помните, что написано в Откровении, что произойдет с горами, с океанами, с реками? Это в Его силе. И мы живем, кстати, в третьей экологической системе, помните, до грехопадения, после грехопадения, до потопа, после потопа. И будет еще одна экологическая система – это тысячелетие. И потом финальное новое небо и новая земля. И мы хотим быть верными тексту Писания. Все есть здесь. Отец, мы благодарим Тебя за то, как Ты открыл себя. Мы прославляем Тебя как Творца, поддерживающего Землю и Вселенную. И когда мы думаем об этом, о удивительной реальности, что Ты можешь сказать, и Вселенная появилась через Твое Слово. И это сделано Тобой, как Ты ее сотворил, точно так же Ты можешь ее разрушить. Но в это время Ты поддерживаешь ее, Ты наполняешь ее, даже несмотря на то, что она проклята. Мы видим так много богатств, которые люди могут добывать и провозглашать, прославлять Тебя как Творца, Даятеля всего доброго. Господи, мы поклоняемся Тебе, как святые поклонялись Тебе во все века. Мы не будем изменять свое поклонение из-за человека, которого звали Дарвин. Мы будем провозглашать Твою истину. Только Ты можешь сказать нам историю о творении. Спасибо Тебе за то, что Ты сделал это. Мы поклоняемся Тебе и прославляем как творению, Творцу нашему, Спасителю нашему, всех, Спасителю всех, кто принял Христа. Дай нам новое посвящение Твоему Слову, чтобы мы были абсолютно посвящены в нашем следовании за Тобой, чтобы наши жизни были оживлены в этой верности Писания. Спасибо Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.